Привет всем, меня зовут Владимир Ларин. Сейчас я буду записывать барабанную партию на песне группы Ария. Песня называется «Позади Америка». Добрый вечер, в эфире канала НТВ Америка, программа «Персона Грата». И наш сегодняшний гость из Москвы, музыкант, рок-музыкант, барабанщик Владимир Ларин. Володя, здравствуй. Здравствуйте. Как ты увлекся музыкой? Искорка во мне музыкально зародилась, когда я сходил на концерт Scorpions. Я тогда начинал слушать концерт Scorpions, мой друг подарил мне диск летом. И я заслушался буквально, видно, в Change, Stay Lovin' You, Blackout 5. Для меня это было нечто фантастическим. Я выпросил у своего отца билет на концерт. Он где-то был не близко, не в партере, далеко на балконе. Я сходил на него, и я помню, был момент, когда барабанщик Джеймс Коток тогда играл. Американский барабанщик. Да, американский барабанщик Джеймс Коток. Вот. И он сыграл соло. Была подсвечена только ударная установка, руки сверкали, мелькали, тарелки там все шуршали. Ну, все, впечатление на всю жизнь. Я прихожу домой под впечатлением, говорю: «Мама, хочу играть на барабанах». Все. Вот, ну, мама как, ну а что, ребенок хочет, надо поддержать. И тут как раз в школе зарождался первый коллектив. Там был гитарист и фактически вокалист. У них, естественно, было что-то типа своей группы. Ну, естественно, нужен был барабанщик. А в школе, ну что, барабанщик, умеешь там что-то тух-пах, ту-ту-пах, хоть как-то, и начинаешь играть. Так-то, в общем-то, я и начал заниматься. Любой музыкант, в зависимости от таланта, должен... Ну, не знаю, 3, 4, 5, а то и 7, 8, некоторые 10 часов в день заниматься инструментом. Чем пришлось тебе жертвовать на этом тернистом пути? Ну, да, жертвовать мне пришлось институтом. Институтом и какими-то, возможно, взаимоотношениями с родителями, которые требовали от меня учебы. Я меня тогда поступил в авиационный институт, но это было, естественно, совершенно не мое. И поэтому я, уходя в институт, шел на репетицию, на занятия, приходил домой, естественно, вовремя, когда заканчивались пары. Я все время вынужден был подгадывать занятия, чтобы мама не заподозрила, что я был где-то. Я хотел, чтобы она считала, что я в институте. То есть, если бы не стал барабанщиком, стал бы летчиком? Не стал бы. Вот, довольно большой и, наверное, важный этап твоего творчества – это сотрудничество с группой «Нана» и с продюсерским центром Барри Альбасова. Смешно. У меня началось, наверное, с вопроса: «А что, они еще живы?» Так. Вот. А задал вопрос учителю своему Олегу. Я тогда с ним занимался уже на протяжении, наверное, 2 лет. Он мне позвонил и сказал: «Володь, есть работа, съездить на «Нана» гастроли». И срочно нужна была замена. Я встал просто на эту замену и продолжил с ними сотрудничать. Они действительно есть как бы инструменталисты в группе. Я думаю, что они просто ставят фонограмму и выходят на сцену. Нет, это не так. Есть инструменталисты, все проигрывается. Да, мы пускаем ряд подложки, но так делают большинство музыкантов. Это не с целью скрыть собственные ошибки, не с целью там как-то закамуфлировать свое неумение исполнять. Нет, это скорее наоборот, чтобы подкрасить музыку, это пустить, например, в мониторы скрипки или, например, пианино, которого нет на сцене, но хочется, ну, композиция предусматривает этот инструмент. Таким вот. Только с этой целью. И мы под все это еще играем свое. Я ударный, Слава Жеребкин на бас-гитаре, Владимир Болитов на простой гитаре. Все поется. Нет, это все живой коллектив. Какие они люди, нанайцы, и какой человек Барри Альбасов? Я знаю, что у тебя есть много что рассказать об этом. Они на самом деле хорошие люди. Очень хорошие люди. У них абсолютно нет вот этого, что называется, зазвездился. То есть с ними очень простые в общении, любят работу свою. Конкретно вот Барри Альбасов, ну это вообще отдельный человек, отдельная история, выдающаяся личность. Он не такой, как все продюсеры. Он, если вот насколько вот я по своему опыту видел работу большинства, ну не большинства, многих продюсеров, я видел, как они относятся к артисту, в основном это как к какому-то такому товару, которое нужно сделать, продать, забыть, сделать, продать, забыть. Нет, у Барри Альбасова совсем иной подход к музыке, к группе. Это его детище, большое детище всей его жизни. Ты в последнее время принимал участие в различных телевизионных шоу «Огоньках». Как к этому пришел и что это за опыт такой для музыканта?
к этому пришел, опять же, не без своего учителя. Он меня свел с другим человеком, заведующим кафедрой дирижирования в Гнесиных. Это Ворон Борис Сергеевич, который и пустил, так сказать, дал мне шанс попробовать себя в качестве стейдж-бэнд в телепередаче «Субботний вечер». Это музыкальная телепередача, куда приходят артисты, исполняют свои песни. Кого ты там видел, с кем сотрудничал, общался? Ну, общался там со многими нашими артистами нашей эстрады. Это Николай Басков, София Ротару, Филипп Киркоров, группа «Чили», «Молодые», какие-то «Новые земляне». Владимир, ну вот все люди и коллективы, о которых мы говорили, их можно причислить к поп-музыке в общем и целом. Но является ли это твоим любимым направлением? Нет, моим любимым направлением это не является поп-музыка. Я больше склоняюсь к тяжелым стилям, к тяжелым направлениям, в частности, к прогрессив, року, металлу. Почему? Ну, потому что непосредственно эти направления позволяют мне реализовывать себя как музыканта гораздо в большей степени, чем поп-музыка. Они не направлены на широкую публику, но зато там, на мой взгляд, там есть душа и ярко прослеживаются личные качества композиторов, музыкантов, которые в этой музыке музыканты, вот если есть телепередачи, в которых люди говорят все, что думают, то в рок-музыке музыканты играют все, что думают. Возможно, протест, который был актуален лет 20 назад в рок-музыке, в частности, в Советском Союзе и в постсоветское время, исчез сейчас, и это повлияло на снижение популярности ее, ну, в частности, в России. Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я, как рок-музыкант, я не выражаю собой никакого протеста. Я, наоборот, стараюсь своей рок-музыкой, ну, можно сказать, нечто прекрасное, более что-то донести, но я не протестую ни против чего. Это в основном протест заключается в текстах Цоя, в текстах наших рок-музыкантов. Но я не поэт, не лирик. Я исполнитель и композитор каких-то музыкальных произведений. Поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. А о чем нынешняя тяжелая музыка в России? А в России сейчас, в общем-то, мало тяжелой музыки. Что относить к тяжелой музыке? Кипелову или ДДТ? Ну, пожалуй, и то. Отчасти. Ну, я, например, не могу отнести группу ДДТ к тяжелой музыке. Это рок-музыка, но это, на мой взгляд, не тяжелая. Вот если Кипелов, это какой-то хэви-метал, но мне сложно сказать, о чем она, потому что, когда я слушаю их текста, я их не понимаю. Там волки какие-то, братство. Володь, ты вот приехал в Америку. Этот шаг был направлен на что? Погрузиться в музыкальную атмосферу американской сцены, американской музыки, потому что я вот до этого я столько слышал о афроамериканских музыкантах, о том, о их непосредственно чутье этой музыки, о подходе к инструменту. И мне было ужасно интересно все это ощутить на себе. И вот буквально вот это была моя цель, главная цель — окунуться в эту атмосферу, почерпнуть что-то для себя, научиться играть, по-новому взглянуть на музыку, взглянуть на тот факт, чего нет у нас в России. И я это действительно уже даже сейчас ощущаю, когда я буквально в самом начале своей поездки посетил клуб, группу, называлась «Linards Money Moods». Это было потрясающе. Это такое было настроение, это была передача эмоций, передача всего, как будто, что артисты, весь зал был наполнен, настроен на один ритм. Все, как будто это было что-то, нечто вроде единого целого. Такого я в России вообще не видел. Расскажи, раз уж ты здесь какое-то время в Америке пробыл, интересовался наверняка о различиях техники школы барабанщиков здесь и там. Ну, прежде всего, это вообще в корне это подход к установке. То есть, если в России большую часть внимания уделяют на непосредственно технику исполнения, на то, как ставится рука, на какой угол она поднимается, под каким углом опускается, как палочка должна, здесь прежде всего делается ориентировка на звук. То есть на то, что должен почувствовать от удара. Не то, как вот так вот, как робот. Не роботообразно. Вот если посмотреть на американских барабанщиков, они действуют свободно, потому что они в меньшей степени думают о правильности, они думают о результате, в том числе вот
указывают, пожалуйста, почувствуй отскок, почувствуй ноту звука. Это основа вообще всего. Почувствуй грув, расстояние между нотами. Нет, у нас это в России пока что этого нет. Есть только единицы людей, которые начинают это продвигать, эту школу. У нас в основном так, вот видишь ноты, сыграй. Сыграл, молодец. То, что сыграл это как робот, это не важно. Здесь огромное внимание уделяется именно музыкальности. Вот говоря о мастерстве барабанщиков, ведь, наверное, до падения железного занавеса были свои мастера в Советском Союзе. Ну, что касается самих барабанщиков, которые уже были состоявшимися музыкантами, как состоявшимися профессионалами в Советском Союзе, им было тяжелее всего, потому что они понимали, что на фоне западных барабанщиков они мало что умеют. А почему? Что им мешало? Скованность, советская скованность. Насколько мне известно, даже вот советское правительство накладывало непосредственно ограничения на громкость исполняемой музыки. А это, естественно, приводит к ряду технических в плане постановки рук. То есть уже вот такой замах по барабану делать нет смысла. Там надо аккуратненько, да, там еще так, можно так. Вот. Естественно, отсюда манера игры такая. Все они бедные. Я вот когда смотрел старое видео, они сидят такие, боятся там лишний удар стукнуть. Вот. А в то время, как они смотрят YouTube, там тот же самый, сидит какой-нибудь американский барабанщик там, и начинается вот это все дело. Но, естественно, отсюда вылезает последствия, что наши не могут много сыграть разнообразности, не чувствуют себя, что, на мой взгляд, очень важно, свободно за инструментом. Это касается импровизации. Если посмотреть, как импровизируют черные барабанщики, это вообще сногсшибательно. Кого бы из современников, из вот старой русской, советской школы барабанной ты бы мог назвать, почему, и американских, европейских музыкантов? Из советской школы выходцев, это, наверное, есть вот Олег Ховрин, барабанщик группы «Земляны», сейчас это Сергей Скачков, он играл в группе «Мастер», сейчас, насколько мне известно, он играет в группе «Артур Беркут». Да. Вот Андрей Приставко, который тоже начинал в советской России, так, заканчивал советскую школу, но сейчас он под воздействием этого потока информации переучивает себя. И вот эти вот люди, они увидели в себе и вообще в недостатке советской барабанной школы, и они стали себя переучивать. Это они востребованы сейчас? Они сейчас самые востребованные барабанщики на рок-сцене в Москве. А из западных корифеев кого бы ты выделил особенно? Я вообще как? Выделяю трех барабанщиков для себя. Это Майк Тирана, Дерек Роди и Джорджи Майер. Есть барабанщики, играющие лучше них, есть хуже. Но с чем отличаемся? Но именно вот эти люди, они были родоначальниками какого-то подхода, какого-то стиля. Если, например, Дерек Роди – это основоположник скоростной игры на барабанах, это шреддер такой, бластбитер. Майк Тирана, он изобрел совершенно виртуозный стиль именно на шоу работать. У него особый звук, он разработал свой звук, особую манеру игры. То есть, если мне поставить какую-то запись и сказать, кто это, я скажу, что это Майк Тирана, потому что я узнаю его стиль. А и Джорджи Майер – это виртуоз в руках. Вот этот человек, я не знаю, как он делает многие вещи, но очень хотелось бы, конечно, научиться. Вот лет 15 назад, до того, как интернет очень сильное распространение получил на Западе, главный доход артистов – это была продажа компакт-дисков, пластинок, а концерты и туры проводились только в поддержку этих самых дисков. С тех пор многое изменилось благодаря или из-за пиратства. Как с этим обстоит в России? Я, например, понял, что такое лицензионный диск, будучи уже довольно-таки в зрелом возрасте, потому что для меня не было разницы заплатить денежку за пиратский диск и за лицензионный. Я не понимал, в чем разница. Я не знал, что артист не получит деньги за пиратский. Поэтому долгое время для меня это было одно и то же. Но там, в России, эта проблема была всегда. Не то, что в Америке и в Европе, когда это вот сейчас сокрушилось на них. Но здесь есть другой аспект. Многие современные музыканты, они сделали на этом себе имя. То есть, грубо говоря, это реклама. Они загрузили в интернет, на YouTube, там, на торренты свою музыку. И люди бесплатно стали скачивать. Они таким образом получили большую популярность. То есть, возможно, если бы не было пиратства, было лицензионно, они бы не были так популярны, потому что у людей просто не было бы возможности о них узнать.
Ну, что касается заработка, да. Да, диски не продаются, заработка нет. В России на дисках никогда не было заработка. В Америке, да, это проблема. Тот же самый группа Slayer в своем интервью упоминали, что до определенного времени они, им достаточно было, ну, съездить в год в одно, например, турне и остальное диски. Сейчас они говорят, ничего страшного, мы просто должны чаще выступать. Вот так вот. Как ты думаешь, пираты в итоге выстоят или победят? Нет, не выстоят. Все-таки я считаю, что это неправильно. То есть любой, как бы, интеллектуальный труд, творческий труд, он должен оплачиваться. Особенно если тебе он нравится, если ты заинтересован в артисте, почему бы не поддержать, не заплатить деньги, не дать ему помощь, не оказать помощь, чтобы он мог сделать следующий продукт. Расскажи, пожалуйста, про нынешнюю твою работу, про проекты группы. Как вот у Барри Алибасова «Нана», также вот мое детище, это моя группа «Континент». Я познакомился с ними в 2005 году. Как раз к ним я уезжал на базу вместо института. Вот. С ним я до сих пор сотрудничаю. Мы сейчас работаем над новым альбомом. Я отписал свои партии, они сейчас дописывают гитары. Готовится новый альбом. Прежде всего, что хотел знать, это мои единомышленники. Вот гитарист очень, на мой взгляд, будущий виртуоз, это Алексей Белясин, его сестра Лидия Белясина, они, как музыканты, единственные люди, с которыми я нахожу общий музыкальный язык. То есть это единственные люди, которые мы понимаем зачастую, что мы хотим вообще от музыки. В итоге я рассчитываю вернуться с ними на сцену, и возможно, ну невозможно, а это будет вот, благодаря вот русскому рок-клубу в Америке. Они приедут сюда, и мы продолжим, начнем здесь давать концерт, выпустим свой альбом и начнем какую-то концертную деятельность. Что ж, Володь, спасибо за эту интересную беседу. Напомню, в гостях у нас был гость из Москвы Владимир Ларин, музыкант и барабанщик. Хорошего вам вечера.